моей инициативе, не по вашей. Ну, вот видите, как хорошо. Чтобы вы знали. По моей вышли инициативе... из отпуска и сразу инициативу проявили приехать на объект. Максим Михайлович, чтобы вы знали, я в отпуске не отдыхал, а работал. А, ну я просто вас не видел здесь. Если бы я вас видел, бы, тогда бы я бы сказал, да. Работал на сортировке. Ой, люди обращаются, записывают видео, скидывают мне, что есть проблемы. О, столбам, которые стоят криво. Ну, опору же перенесли. Где? А, опору перенесли, спасибо. Ну, по вашей инициативе. Ну, ограждение не переделали. Бордюр идет как-то в бок. Максим Михайлович, сейчас, что касается... Надо же решить эту проблему. Согласен с вами. Что касается... Подрядчик игнорирует меня, не решает эти проблемы. Я в общую группу не могу скинуть видео, потому что, когда я скинул в общую группу видео, меня исключили с админов. На каком основании меня исключили с админов? Ну, я не хочу на вашу камеру позировать, ну, как? Выкладывать, как вы хотите. Нет, вот просто не хочу. Голосование кто проводил? Голосование, в первую очередь, вырыли без вашего участия. Как без моего участия? В первую очередь, без вашего участия. Вы помогли во второй очереди выиграть. Почему? Потому. Ну, приведите мне аргументы. Если я сам... Я ничего не буду вам приводить. Я сюда приехал не по вашему приглашению, а по внутренней политике. Исключили для вас закрыто. ЖКХ. Почему? Вы обошли все инстанции, вам отдали ответ? Почему? Нет, вам я вас ответ? Интересуюсь. Почему меня исключили? Вам дали ответ? Никто я согласовал с руководством. С руководством? Вам сказал руководство. И будет так, как я сказал. Дальше что? Исключить меня из группы, будет так, как я сказал. Как вы сказали? Да. Ну, хорошо. Ну и все. Видите, успокоились. Ну, я успокоен. Это вы напрягаетесь. А, Максим Михайлович, вы... Вибрация какая-то. Вы же работаете в администрации. Вы должны руководить подрядчиком, а не депутат должен бегать за подрядчиком и решать с ним проблемы. Халтуру вот эту, которую сделали, это вы должны были делать, а не я. Я ж вас, я вам звонил, я вам говорил, Анатолий Анатольевич, нужно исправить. Спасибо большое, что столб убрали. Ну а по остальному. И дальше, если по остальному Максим ничего Михайлович, не было если решено. Потребуется исправление, даю вам слово, все исправят. Кто зарплату получает? Вы зарплату получаете. Вы должны работать, работайте. Почему Максим вы, Михайлович, почему вы выполняете указания Сергея Ивановича Неверова? Я указаю. Выполняю полностью. Он мне лично что сказал. Что вам неверно сказал? Когда вы меня хотели поставить на совещание. Что вам сказал? Что я, где вас вы обещали, Максим. Где по освещению. Какому освещению? По освещению, когда вы вопрос задали. Что я обещал? Я ничего не обещал. Это вы обещали. Я ничего не обещал. Это неверно сказал. Максим, вы обещали. Вы выполняете. Сергей Иванович Неверов и ваше обещание я выполнять всем, не буду. И всем депутатам, чтобы активно работали на округе и выкладывали в социальные сети Максим всю работу. Работайте. Вот я выкладываю в социальные сети. Я хочу выложить работать, группу поймите. ЖКХ. Не буду. И он с вам лично работать. Ну не будьте вот таким. Ну, нет, вы же не тупой в конце концов. Подождите. Максим Михайлович, если глава сейчас решит меня уволить, я уеду в Ярцево. Я не буду переживать. Нет, подождите. Как вы не будете работать? Как вы не будете работать у меня на округе? Здесь халтуры не будет. Здесь будет все качественно. Будете выполнять свою работу. Максим Михайлович правильно говорит. У него было хорошее замечание и по поводу опоры, чтобы перенести. Потому что когда она стояла на опоре, на дорожке, правильно, Максим Михайлович? Ее перенесли. Также у него есть замечание по, я так понимаю, по забору. То, что он идет лесенкой неравномерно. И замечание по дорожке. Так должно быть. Сюда рука, рука вот. Нет, это поправить должны. Это и будет исправлено. Уже 2 недели никто ничего не исправляет. Как я понимаю, по технологиям здесь должен стоять бордюр, так же? А да, здесь, да. А здесь не стоит бордюр. Это исправит. Анатолий, сложно. Это исправит они, да. Вот, смотрите, здесь должен это стоять. Это мы указали вас. С вами согласен, да. Они это исправят, а сверху будет обязательно покрытие. Будете выполнять свою работу. Не, ну как я, ну да, но это же ко мне жители обратились, они сказали, что почему. Давай объясни. Бордюр. Объясняю. Дело в том, что если находятся дорогостоящие инженерные сооружения и сети от РЖД. Вот. Дело в том, что целесообразность и стоимость переноса пойдет уже на миллион. Поэтому было принято решение чуть-чуть сместить дорожку вот эту, сделать не совсем по прямой. Ибо, как говорится, средств, денежных лимитов у нас просто не хватит на перенос этих сетей. Я считаю, что это
было сделано правомерно, это все узаконено. Вот. И я думаю, это здесь тоже неплохо выглядит. Это есть сейчас в проекте? Да, в проекте пока нет. Пока еще нет. На проекте прямая. Максим Михайлович. Анатолий Анатольевич, а почему со мной не согласовали, как с куратором проекта и депутатом? Максим Михайлович, к сожалению, у меня вот эта инструкция не просит, не имеет согласовывания. И наши отношения немножко в последнее время испортились. Я считаю, что сначала, прежде чем ставить бордюр, нужно натянуть шнурку. Установить по шнурке бордюр, чтобы он стоял ровно. Потом только укладывать асфальт. Сейчас укладывают асфальт. Для чего? Если бордюр надо разбирать. Переставлять. Смотрите, криво. Максим Михайлович, у нас есть запуск, который за это отвечает. Я просто вам задаю вопрос. Я также могу с вами советоваться. Я вам объяснял, что я не отвечаю за это. Будете выполнять свою работу. Надо же делать качественно. Ну, деньги же выделяются, и немалые деньги. Ну, сделайте вы качественно. Для людей же делаем, а не для отчета. Материалы качественно покупают. И люди правильно говорят, что плохо делают. Криво делают. Я их прекрасно понимаю. Я не буду с вами через Инстаграм общаться. Здесь криво, там криво. У меня желания никакого нет. И отвечать вам на это ниже моего достоинства.